Из Краснодарского края в Крым сегодня, как ожидается, будет запущена вторая нитка энергомоста. По ней полуостров будет получать еще 200 мегаватт электричества. Они позволят вернуть освещение на улице практически всех городов, запустить лифты в домах и промышленные предприятия. Испытания второй очереди энергомоста начались в выходные. Сейчас заканчивается настройка оборудования. Первая нитка, напомню, была запущена 2 декабря. В церемонии принял участие Владимир Путин. Всего на полуостров будет проложено 4 нитки энергомоста, каждая по 200 мегаватт. Строительство было ускорено после того, как полуостров оказался в энергетической блокаде со стороны Украины. Напомню, радикалы подорвали опоры ЛЭП в Херсонской области. На полуострове был введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС России перебросила туда около 1000 генераторов. Все они останутся в Крыму как резервные.